привет, зритель, снова. Я решила пообедать, потому что мне хочется есть. Ну, логика, да? Между ваянием из этой тыквы чего-нибудь и прочего. И, короче говоря, раз я решила поесть, я думаю, а что бы не это, не похавать на камеру. У меня тут есть хлебушек, борщик. Я хотела положить чесночка, но я сегодня делала себе одну штуковину с чесночком. Я подозреваю, что чесночок сейчас будет уже как бы совсем лишним. Я тогда склею ласты, если положу чесночка. Ну, как бы у меня был кефир, чеснок, укроп, внезапно найденный, сушеный. Так, чем бы зачерпнуть-то? Видимо, придется встать. И этот самый, соль, кефир, чеснок, укроп, соль, да, вот. Я что-то тяпнула, и потом так сижу и помираю в очередной раз, уже желудком. Я решила, что, наверное, надо пока немножко подождать. И не есть чесночок с едой. Сметанка, которая будет вечной. У меня есть колбаска. Зритель, я так люблю эту великолукскую колбаску. В магните ее иногда по скидке продают. За 99, за 100 с чем-то. Чаще за 99 я ее покупаю. Молочная и еще какая-то там докторская, что ли, ребята. Короче, вторая лежит в холодильнике. Они обе были по 99. Я думаю, пусть будет так вот. Захочется колбаски, а магазин истерим. Или захочется колбаски, а магазин уже закрыт, или еще не открылся. Ибо мало ли, когда захочется колбаски. А тут она есть. Кот ее тоже любит, и она вообще хорошая. Я когда-то года 2 или 3 назад в этом великолукском магазинчике покупала детскую колбаску, батончик такой, кроличью. Ну, в смысле, для детей колбаску. Кроличью. Видимо, для взрослых кроличью не делали. 140 рублей за пол этого килограммовый батончик. Я подумала, что ну, они так примерно там и стоили где-то. 100 около того. А когда ее продают по 200 с чем-то, я так подозреваю, что на самом деле эта колбаса стоит в порядка где-то так 100 рублей стоит. Листик. Куда положить-то? Вот так вот не пишешь, не пишешь мукбаги с СМРами, а тут что-то берешь и пишешь то-то, то другое. Я вчера хотела записать СМР с пупырками. Потому что у меня еще и ногти на ногтях были. Но что-то как-то не случилось. Думала сегодня написать. Но, видимо, попозже. А сегодня как я увидела, что тыква помирать решила. И решила, что надо сначала тыквой заняться. У нас тут второй день снег. Внезапно зима приперлась. Не то, чтобы я ее не ждала. Еще лавровый листик. Ну да, как бы я ее не ждала. Она взяла да приперлась. Не, я понимаю, что как бы ей уже пора припереться. 19 ноября, как-никак. Но вчера еще такой сильный ветер был, вообще жуть. Что я сидела только минут 13-15 максимум прогулки, потому что такое ветрище. Снег колючий в глаза, ё-моё. Сейчас вроде не настолько сильный ветрище, но все равно как бы. Я думала, что у меня есть руки. Я забыла совсем, что у меня была одна феерическая подружка, в кавычках, которая у меня эти руки скоммуниздила. Когда мы с ней вещи разбирали, когда сюда переехали. Надо будет на Вайтберри, что ли, посмотреть уги. Не, у меня есть нормальные кожаные зимние сапоги с мехом. Есть дельмантиновые теплые ботиночки. Есть такие дутуши на погоду, когда слякотно, но при этом снег. Теплая. А вот уги-то, оказывается, и нету. Еще я хочу вот эти штуки
ветры, чтобы их можно было одеть поверх джинсов, наверх ботиночков этих, и будет всем счастье. Ну вот я видела сети, пока только такие тоненькие ветры. Все-таки придется терку доставать и собирать, чтобы потереть эту тыкву. Я из нее зернышки достала, положила их в сушилку. Но сейчас пока время на сушилку выключила. Тут, короче, борщевая заправка вместе с капустой я тогда делала. Рисовые хлопья, я как-то купила рисовые хлопья, сделала кашу и не прониклась. И стала кидать пиццу просто в какой-нибудь типа суп. И семена чья. Ну, как бы я забыла положить картошки. Моя яблоня, кстати, наконец-то облысела. Никогда я тут помирала и спала постоянно. Были какие-то шорохи за окном, думаю, что такое, что такое. Оказалось, это яблоня опадала. Ну, в смысле, листья с нее падали. Ну, тут что-то вляпалось. Придется их потом тряпочкой для очков протереть, потому что сейчас я, по-моему, сделаю только хуже. Они слегка мутные на одну стеку. Я вчера собиралась намутить шоколадиком, но только какао немножко, какао-масло чуть-чуть потопила. А потом поняла, что надо беречь спать. Чтобы проснуться где-то в районе 7:30. Но у меня слегка открыта форточка. И как бы немножко будет. А вот чаем, по-моему, у меня запряг. У меня там есть зеленый со всякими растениями. Я не помню, святой он или нет. И зеленый с другими приправами. Вот он, возможно, святой уже. Но с утра я пила пироп с молоком козьим. Кочую папа-боль в глазах людей. Я прямо с тарелки покаркнула, забыв, что я пишу на камеру. Что-нибудь бы залить, чего-нибудь. Так, это, наверное, можно выбрать. Вроде ничего, такой чай. Еще не совсем слился. Точнее, он только еще начинает сливаться. А к чаю-то ни хрена и нету, потому что я захомячила так как-то очень быстро сахар пальмовый.
Ну, у меня упаковочка куплена специально на Новый год близкому родственнику. Другой я с ней поделилась. Где-то так 1/4. А остальное схомячила, уже нету. Полчаю. Так, что тут арахис. У меня вообще есть финики, я хочу их раздолбать от костей и сделать из них финиковый сироп. У меня там есть пара таких как бы паст. О, у меня же есть самопальная шоколадка, может ее погрызть. Трагедия века прям. Ну, еще есть варенье, мед, джем какой-то. Ну вот, засунула в холодилку, которая почти морозилка. И теперь хрен ее обгрызешь, эту шоколадку. Я ж не думала, что мне приспичит с ней чаю попить. Лежи, отмерзай. А ты, зритель, с чем чай пьешь? Вообще, может, это бутербродик лопать после сладкого-то? Или уж не лопать? А у меня тут есть еще варенье. Надо пока ложку достать. Повелась на поводу родственничков. Но что-то он как-то у меня это варенье-то и не зашло. Девочка хочет скорее. Я тут хожу в фартуке, в топике, в пижамных штанах, в теплых носках. Короче, тут апельсин, морковка, сахар. Оно лучше идет, когда начинка в какой-нибудь там, вот как тот шоколадик. Пирожки какие-нибудь, сувальчики. Надо в камеру тыриться, а я в окно. У меня тут есть киви, бананы, груши двух видов, яблоки, мандарин, виноград с этой фейхуей. Арахис в шкурках. О, у меня же вроде где-то должен быть финик сушеный, который не свежий допотопный, а просто сушеный. На балконе, наверное. Да я буржуй, однако. У меня даже есть помидоры, которые садовые. По большей части они уже это жаждут, чтобы их, ну, пустили в какой-нибудь. Так, по-моему, одна помидорина хочет вас посклеить. Короче, такие они уже немножко полусухие, сморщенные. Засунуть их, допустим, в блендер какой-нибудь, а потом в какой-нибудь суп пустить. А еще у меня есть перемолотая хренотень. Всякие сухофрукты, орехи, что-то еще.
Ну, как бы тут можно кусочек срезать, а так она еще вполне себе даже живая помидор. Вот примерно то же самое у меня было сегодня с тыквой. Где-то на одну треть или четверть, треть, наверное, тыквы какая-то фигня такая вылезла. И она такая мягонько стала. Я срезаю, срезаю, понимаю, что вот она. Две трети нормальная, а другое уже нет. Спасибо тебе, зритель, за компанию. Пока. Чавк, чавк, чавк.